Алоха, мои сладкие! Я не успела еще отойти от бойцов ММА, как появились свежие новости спорта. Думаете, российский футболист забил нереальный гол? Такого не может быть. Футболисты, по их словам, выпили немножечко пивасика. На донышке! Сначала разгромили Сапсан, после избили водителя у стриптиз-бара, ну а на десерт стулом об депутата. Совесть-то должна быть! Ощущение, что они такие сидели, думали, так, как хайпануть-то? Разводы в интернете были, говном из массы ради клипа тоже было. Миллионы потратить на бухлишко? Блин, вообще баян-то. А, придумал! Ну, подумаешь, драку устроили, с кем не бывает. Ребят, мы попали в драку. Да дело тут уже не в драке, господа, а в том, что толпой на одного, толпой лежачего стулом насука по голове. Ну, видимо, теперь Паша с Сашей вместо футбольных тренировок будут учить тюремный жаргон. Вот такие новости. Часик в радость, чефир в сладость.